связи с заболеванием детей в детском саду села Китово возбуждены 6 дел об административных правонарушениях. Как показали лабораторные исследования, инфекция имеет вирусную природу. Персонал учреждения уже прошел обследование на носительство кишечной группы микробов. Взяты пробы воды и смывы с объектов внешней среды. Специалисты Роспотребнадзора озвучили причину распространения инфекции. Причина распространения – несвоевременная изоляция первого заболевшего ребенка. И причина – то, что больного ребенка привели в детское учреждение. И ребенок половиной энтеровирусной инфекции находился среди детей группы. Ребенок заболел в выходные дни, больного привели, то есть был нарушен утренний детей. На ясельных группах в обязательном порядке рекомендуется осмотреть ребенка, опросить родителей о состоянии ребенка, измерить температуру и только тогда принять ребенка на группу. Здесь ребенка привели на группу вялого, приняли, и ребенок, в общем-то, на группе у него был жидкий стул, и больной ребенок полдня находился на группе.